3 октября в Ихве вновь прошла Михайловская ярмарка. По традиции она проходила вблизи лютеранской церкви Святого Михаила. Гости ярмарки могли приобрести садоводческую и сельскохозяйственную продукцию, ознакомиться с работой эстонских ремесленников, посетить книжную лавку и концерт органной музыки. Участники у нас приедут во всей Эстонии. Конечно, мы всегда желательно ждем наших от Ида-Вирума, но у нас есть много таких хороших друзей, которые действительно приедут из Тарту, из Таллина, из Пыльцама. И мы как раз хотим делать вот такую ярмарку, где мы продаем это рукоделие и все, что мы сами производим. Михли лад, потому что это неделю 29 сентября была Михли пев. И это уже давно мы знаем об истории Ихви, что когда-то делали как раз эти ярмарки, это время на Михли пев. Это же время, когда уже все мы уже собирали, и сейчас как раз эти овощи, это все уже готово, и мы можем это продавать и показать, и это все хорошо уже. Согласно истории, в течение 19 века Ихви превращался в местный торговый центр. Тогда были открыты первые магазины, а первую ярмарку провели в 1825 году.